Ряд уголовных дел по факту преступлений против патриотов Украины возбудила прокуратура автономии. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о серии обысков, проведенных у родных владельца телеканала АТР Ленура Ислямова. На принадлежащих ему предприятиях у экс-директора Эльзары Ислямовой и экс-замгендиректора АТР Лилии Буджуровой. Главк МВД Украины в Крыму, который возобновил свою работу на материке, по указанию прокуратуры АРК открыл уголовное производство. Дело открыто по фактам обысков у родителей Ислямова и на предприятиях по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 Уголовного кодекса. Это нарушение неприкосновенности жилища и статьи 170 «Препятствие законной деятельности профсоюзов, партий, общественных организаций». По факту обыска у известного журналиста Лилии Буджуровой, у которой отобрали оргтехнику и телефон, прокуратура АРК открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» и по статье 187 «Разбой» и статье 171 «Это препятствие законной профессиональной деятельности журналиста». Прокуратура АРК отмечает, все эти противоправные массовые обыски свидетельствуют о наглости действий агрессора, попытках всеми возможными методами остановить протестное сопротивление оккупационной власти и абсолютное игнорирование норм права. Прокуратура автономии обещает и в дальнейшем принципиально реагировать на такие факты. Ни одно преступление на территории Крыма не останется без наказания, подчеркивают правоохранители.